Самарской области начался торжественный митинг на набережной на сцене возле памятника основателю Самары Григорию Засекину. С приветственным словом и пожеланиями всех благ трудящимся выступил губернатор Николай Меркушкин. Первомай символизирует мир и созидание, добро и справедливость. Олицетворяет сплоченность и солидарность трудящихся. А сегодня это замечательный праздник. Это прежде всего дань уважения к людям труда. В завершении митинга награждение лучших предприятий области вместо дипломов и медалей почетные знамена за победу в конкурсе «Молодые профессионалы». Потом экскурсионная прогулка по площадкам, которые приготовили учебные заведения Самары. У педагогов детской направленности, у техников инновационные идеи. Мини-робот реагирует на движение пока только для развлечения публики, но в будущем может стать помощником человека в быту. Может быть, помощь просто людям, людей в каких-то, не знаю, сферах. Там облегчить чисто жизнь. Не знаю, может, можно создать потом робота, будет мыть посуду, убирать дом. Красивым завершением официальной части стало авиашоу. Вертолеты взмывали в дождливое небо, исполняя фигуры высшего пилотажа и пронося над Самарой российские флаги. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.